Итак, вот я провязала высоту шапочки. Она у меня получилась практически 25 сантиметров до нынешнего ряда. И закончила я ряд лицевыми петельками, то есть какой мы вязали в нечетных рядах. Сейчас мы будем провязывать четный ряд, но при этом здесь не имеет особого значения. Главное, чтобы вы закончили вот этим лицевым рядом, потому что будут убавления для макушки, и это будет более делать удобно именно на лицевых петельках. Итак, первая петля у нас лицевая над лицевой косичкой, мы ее так и провязываем лицевой. Далее у нас идет лицевая над изнаночной петлей и следующая лицевая косичка. Мы заводим за вторую петлю и вместе с первой за передние полупетельки провязываем вместе одной лицевой. Вот так попарно мы будем вязать до конца ряда. Первую петлю мы провяжем вместе с последней петлей ряда. Сокращаем петелечки в первом ряду в два раза, вот так попарно провязывая, заводя за вторую петлю, провязываем с предыдущей. Все петельки у нас лицевые. В первом ряду мы довязали и сократили все промежуточные петли между лицевыми косичками. Во втором ряду макушки мы просто провяжем все петли лицевые поочередно, то есть над петлями убавления предыдущего ряда мы просто этот ряд провяжем лицевыми петлями. В третьем ряду мы повторим, как вязали первый ряд. Заводим за вторую лицевую и попарно провязываем первую, вторую вместе одной лицевой. Далее третью, четвертую вместе лицевой. И всегда заводим за вторую лицевую петлю и провязываем вместе с предыдущей вот так вот одной лицевой за ближайшие полупетельки. Сокращаем снова в два раза петли в ряду. В четвертом ряду макушки мы провяжем снова просто все петельки лицевые. Как бы получается один ряд провязывания попарно, один ряд просто лицевые. Снова убавили в два раза петельки в ряду, один ряд провязали лицевыми. Таким образом я буду провязывать несколько рядочков убавления и несколько рядочков просто провязывания лицевыми. То есть вот смотрите, мы сократили с вами вот здесь петельку, провязали лицевыми, здесь петельку и снова провязали лицевой, и наверное еще раз я повторю убавление и лицевые петельки, а затем буду стягивать. Здесь, как вы видите, у меня очень мало уже петель осталось. Вот, если мы сейчас после этого ряда лицевого стянем, то получится вот такая вот макушка. Если вам такая подходит, можете стянуть. Я же сейчас провяжу ряд до конца и еще раз ряд попарно и лицевыми петлями. А затем одену ниточку в иголочку и аккуратненько поочередно переодену на ниточку все-все-все петельки, которые у меня останутся. То есть изначально у нас было 100 петель, соответственно пополам это 50 петель в следующем ряду получилось, затем 25, то есть сейчас у нас 25 получается. И если мы попарно провяжем, у нас останется там буквально 13 петелек, так как беспарная одна останется. Вот эти 13 петель я провяжу просто лицевыми и переодену, скажем так, на ниточку поочередно иголочкой, ну либо же крючком, как вам чем удобно. В общем, нам нужно будет через 6 рядов провязанных макушки убавление лицевая, убавление лицевая, еще раз сделаю убавление лицевую, просто стянуть петли. Вот я закончила 6 ряд убавления и получается провязала его лицевыми петельками. Теперь я вдела ниточку в иголочку, отрезала хвостик и просто переодеваю поочередно, не спеша, все петельки на иголочку. Вот таким вот образом с одной стороны, затем я подтяну спицу и сниму с другой стороны. Оставьте здесь небольшую петельку, не вытягивайте до конца ниточку, вам потом будет удобно за нее потом зацепить как бы петелечку. Сейчас я вам покажу, о чем я говорю. Вот так вот петли снимаем поочередно, спицы я уже убираю, они нам не нужны. Вот они, смотрите, все петельки подтягиваем хорошо, затягиваем. Вот смотрите, далее я беру эту петлю, продеваю сквозь нее, затягиваю хорошо новую образованную петелечку и еще раз сквозь нее
пропускаю. Вот о чем я вам говорила, что не спешите стягивать все петли. Далее я беру на изнаночную сторону, вывожу иголочку вот так вот аккуратненько между петельками, и с изнаночной стороны я сейчас спрячу вот этот хвостик. Все, вот смотрите, аккуратненькая получилась у нас макушечка. Она немножечко стянутая, но после ВТО это максимально, скажем так, аккуратное и красивое убавление. Можно было прочередовать, допустим, ряд убавления, 2 ряда лицевых, снова ряд убавления, 2 ряда лицевых. Ну, я думаю, что менее стянутая она бы не была. Вот здесь такой рисуночек, что как раз-таки у вас будет завернутая на макушке, и все отлично. Здесь я внутри выворачиваю и прячу ниточку сквозь вот это стянутое колечко петелек. Вот так вот по кругу просто пускаю. Я обычно так прячу, мне удобно. Вот, можете несколько стежков сделать в бок. Я ничего не делаю, вот так. Все, ниточку отрезаем. Здесь мы ниточку, которую отмечали начало конец ряда, вот провязывали, тоже прячем вот так вот хвостик в косичку, красивенько вот так вот как бы нанизываем по ходу того, как косичка вот ложится. Вот она, можете вот так вот иголочкой нанизать, а затем хвостик вдеть и протянуть, если у вас остался длинный хвостик. Если нет, можете его просто отрезать. Я думаю, что того, что мы вязали, этого достаточно. Здесь ниточку я отрезаю, маркер снимаю и провожу вторичную тепловую обработку. После этого шапочку можно носить. Вот такая у нас получилась, аккуратненькая, красивенькая, ровненькая петелечка в петелечке. Я надеюсь, что у вас тоже получилось, было понятно и понравилось. Не забудьте лайкнуть, спасибо, что оставались со мной на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!